Ну что, будем резать? Давай. Или оставим? Или ну ее нахер? А? Нет. А? Вес, чтобы тебя весит. Потому что у меня было... половинка почти. У меня 13 килограмм. О, блядь, а если я... Наталья сказала, что закона нет. Я могу взять что-то твое тяжелое, кроме рамки, например, там пояс. Выступить с тобой в паре. Можем выступить втроем. Разделить на 4 части. Нет, зачем? Мы... Это, блядь, выводки с тобой. 2-3 тут еще, блядь. Их еще раз делать. Да, отойдем. А? Вообще нифига не видно. А? Вообще нифига не видно.
слушай, посмотри, пожалуйста, у меня камера параллельно маске. То есть вот я снимаю сейчас сбоку, посмотри. Сбоку нет, не параллельно. То есть вот сейчас плоскость параллельна, да? Повернись. Значит, я все снимал не там. Ну, если сейчас увидишь этих луцанов, тогда я их поснимаю. Так, а то я там гонялся. Завтра утром пойдем в 7 часов, будет светлая вода, солнце будет и хорошо все сушеное. А какой смысл? Сейчас давай рубашку снимай. Нет, сначала ее надо порезать. Нет, Леша, я думал, мы не сможем здесь. Думаешь, сможем? Ну давай попробуем, да. Да, потому что она там зажмется на берегу, тогда уже фигу два. А где она? Игорюх? Игорюх, я нашел. Ну-ка ты пойди попробуешь. Я нашел там редактор. Держи половину. Крюки, давайте я ее выкину сейчас, очищу.